Всем привет, ребят, вы на канале Сахалос, и сегодня утром, не снимая видосик, как всегда, нам повезло, и светильщика, могильщика. Ну что, сейчас мы покажем вам, что мы видели. Это шапочка, можешь ее себе одеть на голову. Чем? Ты не помнишь, как вывести? Кого-нибудь? Ладно, пойду мы как-то. Ну как, а вы мне рыбку нет еще раз там цвета? Да птицы здесь нет рыбки. Ну, позор еще. Интересно, если я возьму и скачу ближе. Лапчицы он не даст тебе, это редкую лапчицу, или фитни. Три часа это обычная лапчица, да? Сейчас быстренько побольше сюда немножко. Так, зайдем на воздух. Ты не помнишь, как делать травка в крутых на япон? Еще можно все? Еще можно. Ну, тут у меня деревяшки получаются. Вместо травка. Я хочу травка. Короче, одни лягушки у меня получаются. Там одни удальчики обычно, тут обычные лягушки. В общем, это называется непруха, ребят. Мне кажется. Вот он мой друг. Через 2 часа будет сидеть на моем острове. И реально будет все на острове. Мне только нет этих лопази, этих губки, этих делынки и этих барабан. Нет, этих барабан мне дает. Стоишь? Плохо. Этот лопаза с этим. Со скином мы хотели оставить, я хочу посмотреть, как это. Ну и зайдем на землю, посмотрим, что у нас тут происходит. Это беленькая. Тут 27 минут. Ну давайте промотаем, что. Вот у нас сухие. Очень красиво. Его мы отправим на остров Нико. Так, теперь мы куда отправимся с вами? Мы зайдем на остров Эфира. Тут у нас еще не готово. Шоп, еще ждем. Ну, собираемся. А, ну почти готово. Осталось чуть 5 часов. Мы можем промотать ее. Да, это редкая шопа. Так, у нас еще нет. 2 дня 4 часа 30 минут. Еще одна редкая шопа. Это прикол такой. Представляете, ребят, у нас будет 2 редкие шопы. Вот мы делаем миба
Он еще пока не готов, так что. Ждем. Пум-пум-пум-пум. Репетила вставляем на место. Что нам тут надо? Две репетила надо. Много нам все натощи. Ну вот. Время терпит, поэтому чувствуешь. Сделаем еще репетилу. Тут никаких отключений. Все четенько. Нужно репетила, будет репетила. Здесь мы все еще не решили, что сделать с этим редким, никому не нужным. Главным, потому что у нас их уже три на этом острове редких. Так, с этим на остров мифов. Тут у нас тромбонине опять. Это тромбонин. Не получается. У нас получается одни стромбоны. Но мы вот этого соберем и потом ехихи сюда отправим. И будем пытаться с ехихи сделать. А здесь у меня цветок его поставил только что, наверное. Не поставил. Нет. А вот они поставили здесь цветок почему-то. Давайте поставим цветок. А если будет шнобель плюс цветок, что мне получится? Девять часов, шнобель или цветок? Мне просто нужен и шнобель, и цветок, поэтому я так смешно скрещу шнобель и цветок. Ой, тут нормально цветок поставить. Ничего не получилось. Ты не помнишь песни? А, плюс мухофляки, я вспомнил. Попробуем тогда плеем плюс мухофляки. Тут у нас опять ничего не получается. Насколько я помню, но здесь одни подсылщики. Я пью, я пью. Хулага! Не надо босиком, понятно. Ч
еще один процессик у нас получился. Мы пытаемся вывести скелетку. Если вдруг кто-то не понял. А, я хочу вывести скелетку. Большой это домик. Давай попробуй. И все. Да? Угу. Не надо, ты его сейчас проткнешь, он взорвется. Вот и ты сейчас ткнешь в него, и твой шарик взорвется. Давайте соберем хапку. О, нам нужно ракурс, этим ракурсом здесь будем делать. Я куплю. Нам уже нужно еще 3 ракурса. Для нашего. Давай еще. Янтаря. Вы слышите по-другому поет остров? Сейчас мы еще посмотрим с вами, сколько у нас осталось на колизее песни. Времечко. Наверное, еще очень много, потому что будет там еще 3 дня и 21 час, друзья. И будет у нас следующее испытание на колизее песни. Рассказать, какие резки. Так, это мы поставили. Да. Да. Те, кто не подписывается, тем придет ночью добавить. Ну а вы были на канале Сахалос. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Всем пока-пока. До встречи с бабайкой.